Если вы считаете, что познать ушу или кунг-фу возможно только в Китае, в каком-нибудь монастыре, который обязательно находится где-нибудь высоко на горе, то вы ошибаетесь. Из года в год наши соотечественники становятся чемпионами Европы и мира. В России готовят лучших из лучших. И для того, чтобы понять, что же такое русское ушу, для того, чтобы окунуться в эту тему с головой или хотя бы по уши, мы приехали в настоящий дворец, в московский дворец ушу. В 2016 году в Москве построили уникальное сооружение. Для всех поклонников ушу или кунг-фу на Херсонской улице воздвигли крупнейший в России дворец. Единственная страна в мире, где есть дворец ушу, это не Китай, а это Россия. Потому что у них все комплексы и все дворцы многофункциональные. А у нас вот дворец ушу. Мы имеем сейчас 12,5 тысяч квадратных метров прекрасного современного дома для спортсменов по ушу. Со спортивными залами, современными выступательными площадками. На протяжении 5 лет мы проводим в Москве чемпионат Европы, куда приезжали 27 стран. Московские звезды ушу, это международный турнир. То есть мы имеем возможность популяризировать этот прекрасный вид спорта. Место для комплекса выбрали не случайно. Именно здесь и начиналась история наших чемпионов. С 92 года здесь функционирует Московская экспериментальная школа. И вначале условия, конечно, были совершенно другие. Мы ютились и, собственно говоря, растили чемпионов и воспитывали детей в маленьком здании 64-го года рождения, типовой пятиэтажки общеобразовательного цикла. И там, собственно, и были воспитаны первые чемпионы мира. Сегодня здесь по-прежнему учатся дети. Помимо общеобразовательной программы, здесь они занимаются ушу, а также учат языки – английский и китайский. Руки на жгуты. Приготовились? Марш. Директор школы Татьяна Куприянова не только прекрасный руководитель. Многократная чемпионка России и Европы по ушу, главный тренер нашей национальной сборной. И эта школа для Татьяны Викторовны намного больше, чем просто работа. Кажется, что для нее это целая жизнь. Работаю я здесь прямо вот с ее основания, с 92 года. А создана она, собственно говоря, моим учителем, заслуженным тренером России и президентом Федерации Глебом Николаевичем Музруковым. Его принято считать отцом-основателем нашего ушу, ведь Глеб Николаевич Музруков занимается развитием восточного единоборства фактически всю свою жизнь. В Советском Союзе это делать было сложно, особенно после 80-го года. Был введен запрет на преподавание карате и боевых искусств. Причем в очень интересной форме было сказано, что незаконное преподавание карате запрещено, но законного пути не существовало, поэтому любое преподавание было незаконным. И в 1985 году обратился с письмом к Горбачеву с предложением культивировать китайскую гимнастику ушу как компонент развития советско-китайских отношений в области культуры. И я вышел с этим предложением. Как ни странно, оно дошло, видимо, до какого-то референта. Меня вызвали в Госкомспорт и сказали: ну, ты вообще что ты хочешь-то? Я говорю: ну, давайте попробуем. Ну, это же карате. Я говорю: ну, это не карате, это ушу. Это совсем другое. Ну, покажите. Мы, значит, принесли видеокассету китайскую. Они посмотрели, говорят: ну, да, вроде кулаками не лупят по мордам друг друга. Ну, давайте. Ну, мы и дали. Под руководством Глеба Музрукова была открыта первая секция ушу в истории Союза. Вскоре появилась Федерация ушу СССР, ну а в 90-е уже в России случился настоящий бум. Многие помнят, как практически каждый ребенок мечтал стать новым Брюсом Ли или Джеки Чаном. Кстати, про Джеки Чана. В 2000 году он приехал в Москву на премьеру своего нового фильма «Шанхайский полдень». Почетному гостю организовали соответствующий прием, в программу которого вошли и показательные выступления детей из Московской экспериментальной школы. Когда он увидел, что там совершенно зрелая техника, вышел, сделал приветствие, с ребятами сфотографировался, обнял их всех.
Он мне говорит: так, пойдем со мной в кабинет теперь. Потом говорит: откуда у тебя такие дети? Я говорю: у меня школа, приезжай. Он говорит: я завтра улетаю, у меня с утра прогулка по Кремлю, по Арбату, и я улетаю. Я говорю: ну, жалко. Он говорит: подожди, я попробую. Я говорю: ну, пробуй, вот тебе адрес, вот мой мобильный. В итоге на следующий день белый лимузин Джеки Чана поехал по незапланированному маршруту. Вместо Красной площади звезду Голливуда везут прямиком на Херсонскую улицу. Этого, конечно, никто не ожидал. Такой был ажиотаж и прессы, и местных жителей. И он побывал здесь, посмотрел, как тренируются спортсмены. И он был настолько растроган этим, настолько расчувствовался. Он говорит: что я могу для вас сделать? А у нас не было ковра. Ну, вот современного для занятий ушу. Тогда это еще был такой другой стандарт. Он говорит: я вам подарю. И вот он, тот самый подарок легендарного Джеки Чана. Этот ковер не повесили на стену, как у нас это обычно бывает, или не спрятали в музей. Он действительно в действии. На нем ведут подготовку прямо сейчас. После столь фееричного приезда звезды победителей у нас прибавилось. Россияне стремительно поднимались вверх в мировом рейтинге. Первые чемпионы мира стали появляться в контактном ушу Саньда. Как ни странно, но одних из лучших бойцов в этом виде подготавливают даже не в Москве. С 96 года в Дагестане функционирует настоящая фабрика чемпионов. В Китае прекрасно знают, что в 40 километров от Махачкалы, в селе Халим-Бакаул, находится школа-интернат «Пять сторон света». Ее основал Гусейн Магомаев. Под его руководством здесь воспитали десятки мировых чемпионов. Вот есть две школы, которые действительно можно назвать школами ушу саньда, основанные на технике ушу. Это китайские школы в силу исторической специфики, и это школа Гусейна Магомаева. Базгит Атаев, Рамазан Рамазанов, Казбек Джапаров. Да что уж там, сам король кунг-фу учился именно в этой школе. Жил здесь прямо рядом. Здесь вот, наверное, 3 минуты мне пешком до школы дойти, пешком было. Мне было, по-моему, 8 или 9 лет. Я попросил отца поговорить с тренером, ну, с Магомаевым Гусейном Сагидовичем. Мы вместе пришли и поговорили. Он дал разрешение на то, чтобы я ходил на тренировки. Взял с меня слово, что я не буду пропускать тренировки. Вот. И после этого, значит, с того дня я очень сильно этот день тоже запомнил. И как бы свое слово сдерживал. И по сей день сдерживаю. Его не просто так называют королем. Муслим – настоящая живая легенда ушу саньда в мировом масштабе. Сами посудите. Пятикратный чемпион мира, победитель всемирных игр по ушу саньда, победитель олимпийского турнира в Пекине. Ну а короновали его в 2006 году. Тогда Салихов победил на престижном турнире в Китае, который так и назывался «Король кунг-фу». Я и сам, наверное, не ожидал, что там смогу все пройти. Как бы я полагал, что я могу там победить пару боев там в своем весе. Ну, не думал, что в абсолютной тоже выиграю. На тот момент я даже не понимал, насколько это крупное событие. А сейчас уже понимаю, потому что в Китае как бы очень по сей день меня помнят, меня знают, с большим уважением относятся. И сейчас я понимаю, насколько это крупная победа была. Настоящий герой не из кино, а из нашего Дагестана. Лучший пример для любого мальчишки. Он человек очень нравственный, верующий, воспитанный и очень думающий боец. Он боец, шахматист с филигранной техникой. На его бои смотреть большое удовольствие. Золотые медали чемпионатов мира в ушу Таулу пришли к нашим спортсменам позже, чем саньда. В бою с невидимым соперником, так часто называют Таулу, с азиатами конкурировать было практически невозможно. В свое время мне чиновники московские и российского уровня, и спорткомитета говорили: вы никогда не выиграете в Таулу, это комплексы технические. У них другие суставы, у них другая морфология, у них другое анатомическое строение тех самых суставов. Вы никогда не будете так прыгать, вам никогда не дадут золотую медаль. И я поставил себе задачу доказать обратное. Я поставил себе задачу вырастить чемпиона мира по ушу Таулу. Задача мне из легких.
Таолу – это спортивное направление, вышедшее из так называемого традиционного ушу, которое является основой для всех других видов. Это очень зрелищное и скоростное показательное выступление с целым комплексом невероятно сложных элементов. Спортсмены работают как без оружия, так и с мячами, копьями, палками. В общем, зрителю есть на что посмотреть. Есть какая-то схожесть с художественной гимнастикой, со спортивной, с фигурным катанием. Элементы сложности – это сложные прыжки с вращениями, со сложными приземлениями. Для китайцев это больше, чем просто спорт. Это целая религия. Да что там, это и есть Китай. Но русский характер, терпение и труд приносят свои плоды. Одной из первых наших мировых звезд в ушу Тэлу становится Дарья Тарасова. Для того, чтобы исполнить свою мечту, она приложила все свои усилия. Не вылезала с тренировок днями, вечерами, до позднего вечера тренировалась. И даже в выходные дни приходила тренироваться. День без тренировки я себе даже не могла представить. Каждый день мне хотелось рвать, метать на тренировках, выкладываться. Я поняла, что мне не хочется просто выйти на ковер и просто выступить. Мне хотелось выйти, выложиться и показать всю себя. И такая возможность ей выпала очень скоро. На чемпионате мира 2003 года в Макао, в самом Китае, на исторической родине ушу, Даше всего 15 лет. Однако это не помешало москвичке поразить судей и весь мир. Юная спортсменка из России пишет историю в Китае. Так дерзко в Поднебесной себя еще никто не вел. Но спорт есть спорт, и золотая медаль оказывается на шее у россиянки. С этого момента я как-то начала жить этим видом спорта. Но в таком молодом возрасте она и представить не могла, что спорт бывает еще и жестоким. Вскоре после триумфа в Макао судьба подготовила для Даши испытания, которые не всегда выдерживают даже взрослые и опытные спортсмены. На следующий чемпионат мира россиянка едет в статусе молодой звезды и фаворита. Во Вьетнаме нужно было доказывать всем, что золото Китая она взяла не случайно. Но буквально за один день до выступления тренировка и тяжелая травма. Не послушала тренера, не послушала никого и... как бы продолжила прыгать, и когда я приземлялась с прыжка, вот, все перевернулось, вот, и получила я травму. Повреждение передней крестообразной связки и повреждение хряща мышелкобедренной кости. Мы ее прооперировали, и, конечно, мой путь в большой спорт уже предрекали быть закрытым. Многие откровенно поставили крест на ее карьере. Ну, Тарасовой характер воина, она настоящий боец. Дарья в рекордные сроки восстановилась и вернулась на ковер. После такого серьезного испытания она смогла не только повторить успех на чемпионате мира. Тарасова была первой на олимпийском турнире в Пекине. Победила на всемирных играх, на играх боевых искусств. Она многократная чемпионка Европы. Дарья Тарасова победила всех своих невидимых соперников и стала гордостью не только родной школы, но и всей страны. Я на самом деле благодарю, что это случилось в моей жизни, потому что эта травма закалила мой характер. Благодаря этой травме я стала еще сильнее и много что тоже переосмыслила. Стоим! Исходное положение. Готовы? Сегодня спортивная карьера уже позади, но из спорта она не ушла. Теперь Тарасова тренер есть и в ушу. Каждый удар. Перед вами цель. Она, как тренер, наверное, тоже повторяет свои качества как спортсмен. Она очень целеустремленная. Она требует от спортсменов то, чего, наверное, требовала от себя. И самое главное, она очень любит свой вид спорта. Вот, вижу. Здесь вижу. Подводя итоги, можно смело утверждать, что у русского ушу есть и настоящее, и будущее. В России появляются новые имена.
новые герои. А это значит, что русская школа идет в правильном направлении. Ведь будущее зависит от того, как мы делаем сегодня. Наши мастера регулярно добиваются наивысших результатов и в саньда, и в таулу, и в кунг-фу, тайцзи. Неважно, как вы это переводите. Все это ушу.